Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре проходит турнир по пляжным видам спорта. В Тольятти финишировал яхтенный фестиваль «Жигулевское море. Лето-2017». Самарские вертолетчики завоевали 6 медалей на чемпионате России и Кубке мира. Самарские пилоты завоевали 6 медалей, 2 золота, серебро и 3 бронзу на 2 турнирах. На аэродроме Конаково в Тверской области за награды чемпионата страны летали 35 сильнейших экипажей, на Кубке мира 15. В результате на чемпионате России экипаж Прокофьева Риязова взял золото в женском многоборье и бронзу в командном зачете. В дисциплине «Полет на точность» экипаж Дегтярь Васильев выиграл серебро, в дисциплине «Навигация» экипаж Каратаев-Зябликов бронзу, а на этапе Кубка мира экипаж Дегтярь Васильев показал лучший результат в слаломе и стал третьим в упражнении «Развозка грузов». В Тольяттинском яхт-клубе «Дружба» прошел первый летний фестиваль «Жигулевское море-2017». В программе регаты крейсерских яхт, гонки на оптимистах и лучах, соревнования по вингсерфингу и кайтингу, презентации детских спортшкол и мастер-классы, на которых можно было научиться тонкостям управления одноместными швертботами, пройти краткие курсы по вязанию морских узлов, попробовать силы в кайтбординге и вингсерфинге. Все желающие могли отправиться на прогулку под парусом на крейсерской яхте, катамаране и на самой настоящей ладье. Калейдоскоп пляжных видов спорта можно увидеть в предстоящие выходные. На второй очереди набережной проходит турнир «Самара Оупен» на призы Бобрикова. За призовой фонд в 1,5 миллиона рублей сражаются волейболисты, теннисисты, футболисты и регбисты. Соревнования проходят по системе «Спортбич», где любители могут играть с профессионалами, что делают матчи особенно зрелищными и эмоциональными. Для болельщиков работают фан-зоны, проходят мастер-классы и конкурсы с денежными призами. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!